Слушайте, я всегда знала, что есть два типа отношений. Это моногамные и полигамные. И недавно только узнала, что есть еще один тип отношений, они называются моногамноватые. Эстер Пирель в своей книге описала их. И мой друг, он прям ярый приверженец этой теории. Он говорит, у меня моногамноватые отношения. Я вот люблю свою жену, я верен только ей, но иногда, если я пойду налево, ну ничего страшного, потому что наши отношения с женой моногамноватые, говорит он. Я просто, ну блин, моногамноватые, слово-то еще какое подобрали, такое прям характерное для этих отношений. Моногамноват. Просто прикол этих моногамноватых отношений, знаете, в чем? В том, что если ваша жена узнает о ваших походах налево, ваши моногамноватые отношения превратятся просто в гамноватые. Вот и все, вот и все.